мои дорогие друзья, сегодня мы с вами научимся играть песню, которую исполняла легендарная певица София Ротару. «Хуторянка». Поехали! Итак, мои дорогие друзья, произведение это не совсем простое, но я уверен, что, посмотрев это видео, у вас все получится. Основная тональность у нас, точнее, у нас две основные тональности. Это до минор куплет и припев в до мажоре. Начинаем куплет. До минор. Переходим к басам. На очереди припев в до мажоре. Теперь к припеву добавляем левую руку. Как мы помним, основная тональность до мажор, плавно переходящая в ля минор. Thank you.